Принятие присяги – это важное и ответственное событие в жизни каждого пожарного. Именно с этого дня официально начинается благотворительная миссия – предотвратить, спасти, помочь. Спасатель остается верным клятве всегда и с достоинством несет почетное звание огнеборца. Для Виктора Миротворского произнесение слов присяги – это исполнение давней мечты. С детства такая мечта. Вот, как-то мальчишками бегали и увидели, как мужчины трудятся, спасают. Вот, и так вот у нас и задалось, увидели, захотели, и пошло стремление от этого. Присяга новобранцев проходила в рамках празднования Дня пожарной охраны России. Поздравить саровских огнеборцев с профессиональным праздником пришли представители городской думы, администрации, духовенства и ветеранских организаций и вручили доблестным пожарным благодарственные письма и памятные подарки. Саров – город, выполняющий геополитические задачи. Мы все работаем на укрепление обороноспособности нашей страны. И ваш труд – значительная часть этой работы. На торжественном митинге протоиерей Владимир Кузнецов совершил молебен и окропил новобранцев святой водой. Он передал руководству икону Богородицы Неопалимая Купина, покровительницы всех огнеборцев и сотрудников МЧС России. А также пожелал Божьей помощи всем пожарным и спасателям Сарова в их благородном деле помощи людям. Каждый из вас стоит на рубеже безопасности каждого человека нашего города, каждой семьи и всех тех объектов, которые находятся под постоянной вашей заботой и обеспечением безопасности. Традицию торжественного приема в свои ряды новых сотрудников в противопожарной службе Сарова возобновили впервые за много лет. Клятву верности родине и народу произнесли 19 новобранцев. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.